Культурному центру в Красково исполнилось 25 лет. Четвертьвековой юбилей отметили всем поселкам. Педагоги и воспитанники центра подготовили праздничный концерт, а гости – подарки. Подробности торжества у нашего корреспондента. В фойе центра многолюдно и весело. Дети готовятся выйти на сцену, педагоги дают последние наставления, зрители заполняют зал. Красковский культурный центр, место притяжения жителей поселка, в очередной раз пригласил люберчан в гости. 25 лет кажется небольшой возраст, но многое сделано за этот период. Это и капитальный ремонт, техническое переоснащение центра, это и организация культурно-досуговой работы, это блистательные победы наших творческих коллективов на различных фестивалях и конкурсах. Среди гостей праздника – педагоги, воспитанники центра, их родители и друзья, жители поселка, в том числе известные. Для многих путь к мастерству в профессии и признанию начинался в этих стенах. В далекие 90-е я тут работал художником, и тогда номерков на кресел не было, я их через трафарет набивал. Ну, конечно, не эти кресла были, сейчас это просто роскошный дворец культуры. Потом еще 95-й год, именно здесь я женился, на втором этаже у меня была свадьба. Юбилей – это рубеж, когда подводят итоги и строят планы. Впереди много проектов, участие в фестивалях и конкурсах, организация праздников, концертов и спектаклей, освоение новых форматов мероприятий и, конечно, ремонт и укрепление материально-технической базы центра. Я поздравляю весь коллектив, все творческие объединения, всех гостей, которые сегодня пришли с таким серьезным юбилеем, датой. И, конечно же, желаю, чтобы мы все вместе отметили и 30 лет, и 50 лет, и так далее. В настоящее время в центре работает 62 клубных формирования, которые посещают 1273 человека всех возрастов, от 3 лет и до бесконечности. Ну, я вам желаю, друзья мои, вот вы на абсолютно правильном пути. Вперед, вперед и вперед, к новым свершениям, к новым идеям, чтобы эти идеи воплощали жизнь, чтобы у вас были талантливые ребята, а кто менее талантливый, чтобы стал более талантливым, вы же это уже умеете делать. Игорь Каханый наградил первого директора центра Валентину Шмыкову и действующего директора Елену Россу знаками Московской областной думы за труды. От имени главы округа коллектив получил благодарность. Свои награды педагогам передали представители Совета депутатов и местные власти. Поздравляю вас. Торжественная дата, 25 лет. Я понимаю, что это ваш культурный центр не просто место притяжения, где собираются там единомышленники, дети, родители. Это некая колыбель таланта. Официальная часть праздника позади. Воспитанники центра исполнили танцевальные и вокальные номера. А Александр Рожников песню «Я люблю тебя до слез». Подними глаза в рождественское небо. Загадай все то, о чем мечтаешь ты. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.